что доброе утро. Начинается первый день пребывания в деревне, а отправной точкой является город. Совсем через несколько минут хвост вообще утонет. А мы минут через 40 будем в деревне. Ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. У меня были одни планы в деревне. Я узнала, что там есть заброшенная вишенка и никому не нужная. Там три ягодки крепят на мой метр. Ну, никому не нужно, значит, мне нужно. Надо собрать все-таки компотик и все такое прочее. А там будем действовать по обстановке. Так что, поехали! В подсолнухах любимый обнимал меня. Не, серьезно, они отвернули свои рожицы. Надо зайти вот так вот и посмотреть, посмотреть на них, посмотреть. Так, ну что же, значит, сижу дрике на скамеечке. Очень даже красиво сочетается по цвету. Здесь пока нет цветочков, потому что мы вот выкладывали плиточку и пока, в общем-то, еще не доделали, не принесли. Тут будут цветочки стоять. Ой, как бы не упасть. И вот так вот смотрятся сижудрики. Ну, прелесть, а! И на крылечке они будут смотреться и здесь. Так, а вот здесь мне надо будет высадить бархатцы, наверное, как я понимаю. Какие-то цветочки. Весны я, конечно, не буду ждать. Я прямо сейчас их высажу. Вот. И теперьича. Крылечку ведет теперь дорожечка. Сегодня... Это самое, как там его, спас какой-то, да? Медовый. Медовый. Мне не дают помыть ни крылечко, ни дорожку. Но завтра я помою. А вот это вот, чтобы... Как это? Водный слив. Вот. А здесь бархатцы. Давай посадим, не дожидаясь весны, прям навтыкаем. Откуда-нибудь пересадим. Дурачкам 7 верст, не крюк. Вот, теперича у нас... Дороженька ведет. Сереж, вот как я могу... Мне говорят, снимайте в этой, в панораме. А чтобы еще и тебе... ты в кадр не хочешь попадаться. И мне хоть разорвись. Бедненькой девочкой. Так, пошли вишню собирать, да? А я вот не пойду, я буду ходить. Туды-суды, туды-суды. Буду ходить. Так, ну, в общем, одним словом. Делу время, потехи час. Вы уж сижудрики не скучайте пока. Пойду вишню собирать. Миленький, может, кошечка придет, посидит на вас. А вечером, я. А что это мы яблоки-то не собираем, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Это как так понять? Ты все на меня наезжаешь, теперь я буду наезжать. Очень много. Ой, среди кучи незрелых экземпляров можно найти вот такое, оп, розовенькое создание. И оно такое вкусненькое. И оно такое прям махонькое. Такое уж оно прям медовенькое. А вы зреете. И вы зреете. Что такое? Почему только одно? Видите? Какая разница? Вот на собрата равняйся смирно. Сейчас деревня-то какая пора, да? Это же вообще с голода не пропадешь. А, где-то еще Антоновка. Я, кстати, не знаю, где Антоновка. Ничего еще пока не знаю. Это, ну, мое любимое яблоко в плане варенья, Антоновка. Оно в этот год, это самое, жаркое лето, дождичка нет, яблоки мелкие. Ну и что мелкие? Короче, сделал дело, гуляй смело. Мы сейчас будем дурковать. Мне сейчас припрут какую-то большую эту корзину, и мы будем выпускать... Маленькие ролики снимать на Дзен. На YouTube я потом, конечно, все это соберу. Вон, ой, деревня. Полной грудью дыши, не надышишься. А листва-то разговаривает. Яблоньки-то шуршат, разговаривают прям. Вот они. Что-то калякают. Я даже маленько понимаю. Несешь? О-о-о! А вот нифига себе! Шо ты припер? Какой корыто с веслом? Это лодка моя, попрошу. Мы же договорились, что мне типа сюда залезать, что ли, надо? А как же?
А ты это, пожалеешь. Корзиночку. А кто плел? Серый. Эх, девушка с веслом. Ну-ка, сними меня, девушка с веслом. Слушай, а кто плел, правда, Серега? Сейчас его нет. Хороший человек, спасибо тебе большое, а. Узнал ли он, что звезда Ютуба, скромненькая девочка Таня, будет снимать его произведение. Это как все плетеночки, которые вот ты мне даешь, он это... Нет, я, конечно, ну, верила тебе, что большая штука лодкой. Но не настолько. А где ты ее мог скрывать-то? Так, в общем, море у меня есть. Зеленое море тайги. Дыры под крылом. Вот этой вот корыто о чем-то поет. Зеленое море. Так, в общем, пора снимать короткометражки. Слушай, ну я готова, я даже, видишь, в тельняшке нонче. Слухай, Серый, я грибы нашла. Ага, какие поганки. Какие поганки, смотри, какие красивые. На жареху. Да-да. Нет, Серый, ну ты можешь хотя бы посмотреть, какие они красивые. Серёж, что ли, ядовитые? А я с палочкой, все дела. Кстати, а вот на удочку не пойдет? Мы тут готовимся к этому. К съемкам видео. Ой, тяжела доля блогера. Серж, ну слушай, ну тут вот правда два грибочка. Фигня, да? Какие пойдут, смотри. Нет, сначала ты на грибочки посмотри, а потом я на удочку посмотрю. Смотри, фигня, да? Ну красивенький же. Ну это поганка. Поганка? Конечно. Простите, как могла спасала. Так я чудо техники покажу. А где грузил такой? Слушай, мне надо настроиться на серьезный лад, чтобы сниматься. Лодка ждет уже часа полтора, а я не могу. Крючочек. Тебе это надо открыть. Как там? В рыболовный магазин отнеси. Предложи. Ой. Для большого сама. Слушай, я это не подниму, грузил ты. Где же ты взял такое? А без него никак? Корзиночку так, оп, подцепите, и все, а? Я бы ушел без него. Давай с ним попробуем. О, слушай, он 5 кг, наверное. Нет, а это рыбёха плавает. Ловись, большая и маленькая. Ты смотри, клюет. Эх, а блин, вот это удача. Вот это я понимаю. Ну-ка, прижит пока. Опять. И шо? Не прошло секунды, а? Да ты ж моя золотая. Да какая ты красивая, а? Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Дело идет. Опять. Как улов? Плохой. Третий час на реке. И вот только одну поймала. Всего доброго. Что я дур, что рыбные места выдавать. Молодой человек, не проходи мимо, а. Посмотри, какая красота. Купи, а. Да посмотри, какая прелесть. Сейчас Антон пойдет. Яблочки, посмотри, вот это там для яблочек. Вот сам то для яблочек. А вот это с грибочком. Не хочешь с грибочком сходить? Пойди за грибочком. Смотри, какая красота. А картошку копать? Картошку копать. Вот, прям под картошку. Вот это специально плелась под картошку. Они вообще у меня универсальные. Они у меня универсальные, не проходи мимо. Смотри, вот это можно как головной убор. Прям на голову так напялить и носить вообще. Почем? Ой, да что тут поцелуйчик? Одна что корзиночка, один поцелуйчик. Беру. Одну? Оптом. Милок, тут такой нюанс есть. Одна корзиночка у меня крысы погрызена. Скидок не будет. Плачу двойную цену. А эти малявочки с ноготочек. Это райские яблочки, что ли? Да-да, попробуйте. Нет, ты сейчас смеешься. Они в сентябре будут готовы? Вообще никогда не. Как? Как никогда? Ты можешь это не загадками, а по-человечески сказать? Это вот которые в бетончике раньше и райские яблочки, нет? Нет. А почему нет? Это как? Вкусненько. Почти что.
Так, как хотите, мне не имется. Значит, вот эти бархатцы сейчас перекочуют вот сюда. И если нам не хватит, мы позаимствуем бархатцы вот отсюда. Потому что все-таки, ну, переднее кирильцо – это переднее кирильцо. Сережка, а можно я тебя сниму, а? Эх, дело мастера боится. Сейчас Танечек опять подметать будет. В общем, вот такая красота у нас теперь возле дорожки. Прям совсем погибли бы. Вот эти. Да, мы умнее будем. Сейчас все будем переделывать. Если дураки, что уж сказать-то. Солнце, вроде солнышко было, пока не было, им надо было солнышко. Так, сейчас все будет красивенько. А ты сейчас что снимаешь, что я не понимаю? Как что? Как-то не работает. А, это комментариев не читался, да? Снимайте все. Конечно. Добрый зритель, вот теперь чья жизнь-то моя настала. Деревенская? Деревенская. А это, вот если бы ты травушку не косил, мои урны были бы чисты. Давай не будем травушку косить. Если травушку не косил, было бы травушки море. Ой, замкнутых рук прямо. Так, а эти цветочки сейчас мы перенесем. Вот сюда. Здравствуйте. Разрешить подмести плиточку? Я все никак не запомню, как тебя зовут. Я тебя пион называю. Да. Сереж, как соседского кота зовут? Пион? Нет, Коржик. Коржик, да что ж ты у меня пион-то? Коржик, не трогай, пожалуйста, мои посаженные цветочки. Тише, не дыши, контент пришел. Ко мне, видишь, контент пришел. Ну, проходите, что стоите-то? Это наши ли соседские? Наши. Наши? Вон они две. Они, может, пить хотят, посмотрите, у нас это, водичка-то упала. Да миленькие, они парочками ходят. Ну, не надо на плиточку, я там сейчас подметать. Ну, ладно, пройдите, я сейчас буду мести. Пройдите, красоточки. Бархатцы пока не завяли. Как хорошо смотрит. А рука дрожит. Мамоньки, а что у меня? Вот так лучше уже, Танюш. Слушай, бархатцы пока еще ничего. Хоть так для памяти. Видишь, они как молодцы. Они выходят исключительно через калиточку. Идите. А то калитку поставим, вам и выйти-то негде будет. Вот видишь, прошлись умницы какие. Так, давай чайку попьем. Господа, мечты сбываются. Выпустили ролик юморной на Дзен-канал. Рыболовы мы там. Или как назвали-то? Ну, что-то я не помню. Вот. Бархатцы посадили. Но об этом вы увидите уже в ролике в большом. В серьезном ролике. Чаек пьем. Ой, это вообще... Мечта. Казалось бы, иди пей дома. Дом не то. Вот. Делать ничего не дают. Нынче какой-то спас. Опять забыл. Медовый, яблочный. Я не понимаю медовый. В этом. Медовый. Пусть будет медовый. Ничего не понимаю. Вот. Ну, значит, будем грилить кабачки. Хорошо. У меня в чем вот губы? В малине. Вобрали огурцы. Вот эти вот козявки. Изумрудный поток. Я ими наесться не могу. Прям с куста. Не мыты. Вот. Да, кстати, я на сидушках сижу. На одной корзиночка, на другой я. А то лавка стоит, а мы меню... Вот если бы не сидушки, я бы на нее, наверное, не села. Удобненько. Хорошо. Муха тоже огурец хочет. Вот. Просто, ну, на крылечке мне нравится лучше сидеть. Пока еще жаришка, но к осени мы готовы. Алло. Вот, изумрудный поток. Сказать, что вкуснятина, ничего не сказать. Я большие не беру. Большие оставила такие вот малявки. Я еще карандаши сейчас два съела. Прям вот такие они тоненькие.
Пойдемте, а то... Пойдемте, Сергей Владимирович, пойдемте. Я рассказываю про изумрудный поток. Вот, знаете, вам корзиночка... Тебя не видно, не боись. Корзиночка тебе место нагрела. Вот, как вам сидушечки? Паразит взял, чай поставил на нее. Это для попы. Я рядышком поставил. Да рядышком поставил. Я рядышком поставил. Это чтобы сидеть. Вот, теперь все правильно. Вот, короче, кто чай, кто огурцы. Вязание у меня с собой. Все путем. В общем, деревня – это лепота. Это лепота. Маленько поработаешь, маленько отдохнешь, да? Вот. Я буду огурцы хрумкать, Сережка чай пить. И потом повяжем маленько. Потом поливать. Может быть, поливать в этот, в спас-то в какой-то. Я опять забыла, в какой. Будем поливать. А потом снимем еще один юмористический ролик. Идея есть. Осталось воплотить. Вот, даже две идеи. С рыбалочкой вам понравился. Мы сейчас читаем комментарии, что называется, зашел. С третьей попытки мы сняли, да? Четвертый. Вот. Ну, сняли. Самое главное, сняли. Все, я кушаю огурчики. Всем хорошего времяпровождения. Алло, и... Так, ну выходи. Ты что там кричишь-то? Ага. Вот мой любимый пригорочек. Деревня моя. Чинк, все, перспективы бросьте. Как уж это? Забыл, как называться-то. Не перспективы, панорама. Деревянная даль. Я не всегда, не везде могу панораму снимать. Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой. У нас даже там коровки вон не возьмет, наверное. Коровушка там у нас. Их приближение уж больно сильное. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Кушает травушку. Раньше стада были, а сейчас... А, вон и хозяин даже там. И хозяин там. Ну что, пойдем мы костерок разжигать. Ужин готовить на костре будем. Кто куда, я опять на охоту. Хочу я найти яблочки, вот там они высоко, розовенькие, розовенькая, вон розовенькая, какая это вкусняшечка. Так, это как мне добраться до той розовенькой? А на полу они уже, видите, турым-бурым. Даже если кажется, что хорошее, его поднимешь, он не то. Так, надо собирать. Коровушек нету вот. Ой, вот прям розовенькая. Только руку протяни. И вот, и хватит пока. Я объедаюсь. Вы представляете, сейчас вот огурцы поела. И вот теперь яблоки будут. Я понимаю, о чем вы подумали. Я понимаю. Ну а что делать? Даже если будет чик, все равно я буду кушать яблочки на тарелочке. Начала новый процессик. Отлично сочетается Лиза Супервошечка, верблюжонок. Магазин Паквул брала. Итальянская пряжа в Перми. По-моему, с Казахстана верблюжонок. Яблочко, которое сейчас буду кушать. Корзиночка, все чин-чином. И делаем фото. Ваше фото на память. Я ношу в кармане. Вот так красиво, да? Когда обираете смородинку, одну веточку надо оставлять. На всякий пожарный. Сейчас мы соберем в баночку, и будет компотик. Ой, мимо. Даже если попадется листочек, пусть бы его попадется. Аромат будет. Если серьезно, здесь просто зелененькая она была внизу, смородинка. Я помню, что она есть. И сейчас мы, ой, как я одной рукой-то, мы все оберем. И если малинка еще попадется, хоть одна, вторая, здесь еще на компотик есть, видите? Мы еще завтра сварим, послезавтра сварим, послепослезавтра сварим. И никому не скажем про тайник. Сережка, ты не слышал про наш тайник? Нет, конечно. Вот молодец, сказала бы, что слышала, тебе компотик бы не угостила. Левой рукой еще рву. Вообще... Ребята, какие-то вшивенькие красненькие ягодки нашла. Тоже все в дело. Зато компот будет ассорти. Это вам не ширы-быры. Кто так собирал смородину, что ни одной ягоды не найти, а?
Передай Таньке, что так нельзя. Видите малинку? Одну во всем саду. Да она в компотик просится. Пошли. Ассорти так ассорти. Так, Сергей Владимирович, ревизия. Пришла к вам комиссия. Как у вас тут все? Хорошо. Когда жракать будем? Это не ответ. Я компотик пошла делать. Привет, укропчик. Привет, красавец. Ты в компотик. Ой, тут моя тень как от страшно. Ты в компотик не пойдешь. Так, крыжовничек еще надыбаем, да? Ассорти так ассорти, что-то никак малинка-то нету. Красной смородинки нету, крыжовничек. Пойдем в компотик, а? Пойдем со мной, я покажу тебе любовь. Пойдем со мной. Ой, вот. Это же просто красота. От того, что компотик я да заварила. Да-ра-ра. Ой, как подойти-то? Ой, как подойти-то? Слушай, теперь все костром пропахло. Ай, дым-дым, я не вор. Дым-дым, я не вор. Вообще не вижу. Пошла я крыжовник убирать. Ой, ребята, говорит, снимай. Когда тут снимать, а? Компотик, малосольные огурчики. Я даже не знаю, что это такое. Сейчас накрою, Сережка, сейчас накрою. Я опять снимаю. Ой, товарищи. Скромный деревенский ужин. Кабачки мы сегодня просто, да, перчик, сольчик, а потом... А как пропекся? Ну да, ну-ка, ну это, Сергей Владимирович, еще разок, вас не увидели. Как пропекся? Вкусненький? Очень. А какие у нас с тобой руки-то чистые после огородных работ. В общем, вот он. Деревня моя. Я даже не могла выбрать с огурчиком малосольным и с кабачком, а. Деревенька колхозница. Мусенькой. Иди покормим тебя, детонька. И ведь не шелохница зовешь ее. Кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Мусь. Ну и как хочешь. А рука-то дрожит у меня. Выплывают расписанные стенки разина челны. Поешь? Пою. Ой, привет. Привет. Плывешь? Плыву. И куда ж ты плывешь? К Ваньке Чеботареву. Он меня на шашлык пригласил. Так там все доедают. Как доедают? Мы же на 6 договаривались. Так дуй быстрее. Так, все, спасибо этому дню. Спасибо тебе, кошелочка. Ты сделал мой день. Как одна кошелка другой кошелке помогла видео снять. Ой, Сережка, я с тобой не поспеваю. Спасибо тебе, кошелчик. Я, как старый кошелчик, тебя не забуду. Мой добрый зритель, всего тебе самого доброго. И до новых встреч. А они обязательно будут. Опа-на! Клюет, 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 клюет. Сорвалась. Давай еще раз. Надо поплевать на крючок. Пошло. Сорвалось, блин. Слушай. Я прослушал, давай передать. Выплывают распясанные сеньки разина чалны. Поешь? Пою! Привет! Привет!
Куда плывешь? Мы тут репетируем, кажется. Выплывают распясанные. Поешь? Пою, привет. Привет. А далеко ли плывешь?